село Краснооктябрьское тянутся вереницы машин. Жители соседних поселков, паломники и чиновники. Все хотят посмотреть на 9-месячного Али. На теле мальчика появляются цитаты из Корана, аяты и хадисы. Надписи можно увидеть в понедельник утром и в ночь с четверга на пятницу. Но она ночью появляется, и он очень сильно мучается. 40 температура, его на руках невозможно бывает держать. И мы тоже переживаем за него. Никакие лекарства ничего не помогает. Первую надпись «Аллах» мама сфотографировала еще в роддоме. Затем арабская вязь начала появляться в августе, накануне праздника Рамадан. Теперь в семье Якубовых есть целый фотоальбом цитат на теле. То на руке, то на спине, то на лице, то на лбу. Это знак «Аллах». Вот эта надпись на ноге – это «Аллаху Акбар». Это «Аллах Велик». Об этом рассказали в мечети, и местный имам сначала посоветовал не афишировать. Мы как раз с имамом на эту тему общались, и на следующий день у него аят появился на ноге. Кто скроет это, поистине того сердце грешно. Весть разнеслась по округе, а затем дошла и до райцентра. В семью теперь приезжает глава района. По его мнению, надписи – это знамение Всевышнего. Мы должны, как руководство, перестраховаться, подстраховаться, чем потом будет у нас голова болеть. Я считаю, что мы должны все меры предпринять, чтобы семья чувствовала себя в безопасности. Все это время за мальчиком наблюдает участковая медсестра. В поликлинике дерматологи предлагали сделать анализ покраснений, но в семье пока отказались. Отреагировали на новости из Дагестана и в Москве. Когда я об этом услышал, первое, о чем я задумался, это, быть может, приближение судного дня. Приближение конца света. По указанию местных властей, Якубовых будут стараться оградить от паломников. А для всех интересующихся в интернете открывают специальный сайт с новостями из семьи. Каждая новая, которая запись будет появляться, мы будем размещать на нашем сайте. У нас люди очень много бывает, которых, значит, надо именно ехать туда, как будто что-то там есть. Исцелением. Ничего этого нет. Фотографии 9-месячного Али уже вовсю обсуждают в интернете. Одни называют это чудом, другие стараются чуду дать научное обоснование. Например, врачи пишут, что это, возможно, уртикарный дерматографизм, когда от надавливания на коже остается покраснение, и иногда даже пальцем можно писать по телу. К дискуссиям подключились и сторонники чуда, и знатоки трюков. Старый фокус. Буквы, нарисованные на коже, очень слабым раствором кислоты. Проступают через некоторое время, а позже пропадают. Это настоящий знак. Аллах Акбар. Это напоминание о судном дне. В Краснооктябрьском верят, что это никакие не фокусы, но ждут и подтверждений. Подтвердить это должны специалисты, понимающие в этом деле. Там химия это или действительно фактически оно так есть. Пока же свежие фотографии маленького Али по-прежнему показывают местному имаму. Если бы вы знали то, что я знаю, вы смеялись бы мало, а плакали бы больше. Районные власти уже объявили, семье Якубовых построят двухэтажный особняк. Владимир Кобяков, Вадим Гончаров, Игорь Малышев, НТВ, Кизляр, Москва.